больше и больше. И чем дальше, тем более вероятен вариант, при котором победная шайба будет заброшена не вследствие шикарной комбинации, а вследствие ошибки. 4-3. Адмирал! Адмирал живет в этой серии. Адмирал делает счет 2-1. Вот это да! Вот это гол! И какое окончание! Илья Зубов дарит заветную победу владивостокской команде в этом матче. Великолепно! 4-3 счет становится, и «Адмирал» делает счет в матче в серии 2-1. А значит, завтра нас ждет ничуть не менее важная баталия. Еще раз смотрим. Прошил просто Кошечкина в ближний угол, бросал Зубов без каких-то суперхитростей, но попал очень и очень здорово. Зубов оформляет дубль, с чем его поздравляем. Поздравляем, «Адмирал», с победой 4-3. Очень достойный матч в исполнении и той, и другой команды. Завтра победит тот, кто лучше восстановится.